День славянской письменности и культуры в Волгограде состоялась торжественная церемония награждения победителей открытого городского конкурса «Слава вам, грамоты, наши творцы». Состязание проводится уже в 11-й раз и посвящено сохранению исторической памяти о создателях славянской письменности, святых равноапостольных Кирилле и Мефодии. Обращаясь к вам, к участникам, еще раз хочу сказать спасибо, что вы откликаетесь. Спасибо, что вы пишете сочинения, проекты, рисуете. И даже у нас появились свои композиторы во время наших конкурсов. А конкурс уже много-много лет. Уже ставший доброй традицией конкурс проводится по инициативе Департамента по образованию администрации Волгограда и лицея номер 5 имени Юрия Гагарина. Ксения Колоскова, Арсений Бровкин, телеканал «Волгоград-1».